теплице, прям как зимой. Все запотевшие, плачет. Помидорки, там у меня помидорок мало в этом году в теплице. Ничего, застой не дольше, чем в огороде. Я тут вот еще только завязывается, может, к зиме что-нибудь поспеет. Перец зато буйствует, уже закрываю, слава богу. Падает только, вот он набрал. Я его даже трогать не буду, потому что это все здесь на честном слове держится. Он его много набрал на верхушках и не выдерживает, падает. Капустку, которую подсаживала, совсем малюсенькую, она прям растет. И вот у нас крапивы, куст вот такой вот огромный. Я срывала верхушки и делала настойку для удобрения. И вот она дала боковые росточки. И вот такая вот красота выросла. Вот такой вот большущий куст крапивы. Таким красивым шариком. Вчера хотели срезать, но почему-то жалко стало. Так красиво вышло. Давай.